Сегодня среда. Я поехала в Publix немного подкупить грибочки, сыр для запеканки. Хочу сделать по-быстрому запеканку утром. Потому что Дэниел, ну вот он не ест то, что я ем. Но вот запеканку эту он любит. Поэтому сейчас сгоняю по-быстрому в магазинчик, закину в духовку запеканочку. И до новых встреч! Ну, сначала заехала на заправку. Завтра у меня выходной. Конечно, продвижения будут какие-то. И бензинчик нужен, чтобы я могла поехать. Прическу не сделала, извиняюсь. Но зато вытащила себя во время рабочей недели в магазин. Это уже событие. Опять жара. Ну, обычно дожди у нас бывают после обеда. Сделала я селекшн. Все, давайте. Птички-то как поют. Конечно, всегда, знаете, начало нового дня, какое-то всегда радостное состояние. С утра еще есть энергия, желание что-то делать. Много предстоит что сделать, поэтому настроение непременно должно быть. А оно есть. Дэниел даже уже искупался. Купался и поехал, что-то там у него сигнализация на одной из работ. Короче, Дэниел постоянно в движении, постоянно. Ну все, зарядила. Такой быстрый забег будет. Я уже конкретно знаю, что мне надо, поэтому быстренько куплю сейчас. И домой готовить. Ну, как готовить? Такая быстрая готовочка, как всегда, у рабочих людей. Фрукты, конечно, любимые свои яблоки только. Дэниел не показывала я, но вместе со цветами принес мне блюбери и стробери. Короче, клубнику и чернику. Опять не вижу моих яблок. Что ж такое-то? То есть, то нет. Но будем ждать. Все равно завозят они. Могут и поменять же этикетку. Другая фирма. Обычно не меняют, чтобы узнавали. Да. Ну ладно. Ладно, ладно. Пойду за грибочками. Где у нас грибы? Грибы. Две штучки, наверное, возьму вот этих. White mushroom. Надо бы лук еще взять побольше, что-то мало уже его.
Не верю, что тут часто стали меня с яблочками моими. Вот сколько пробовала все сорта, вот люблю только то, что беру всегда. Сейчас вот название не скажу, а если увижу, узнаю сразу. Читала вам много раз на видео. Так, лучок, лучок, лучок. Это пюре у меня уже есть. Еланин. Остается мне только сыр и молоко. Almond milk. Черешня появилась. Надо взять немножко черешни. Для разнообразия. Раннее утро, 9 часов еще. Пустенько здесь, хорошо. Кофе хочу вам сказать. Раз в день пью большую кружку, и не могу я черный кофе пить. В прошлый раз что я покупала, мне понравилось, вот это Creamers. Creamer. 3,49. А большая бутылка, конечно, не знаю. Хочется разного вкуса. У нас то пакетики, то мы просто кофе завариваем. Поэтому я стараюсь разное попробовать. То так проживешь, можешь знать только вкус одного. Вот карамельный мне нравится. Карамельный вот попробую. Нифиг одно и то же пить. И... то как действительно прицепишься к чему-то, а на самом деле и вкус это другой. Вообще молоко мы перестали пить. Брали, помните, галлонами. Дэниел не спрашивает даже за него. Мое молоко тоже не пьет Олмант. А я ж пью, но не очень. Как-то мы от молочных так отошли удачненько. Original, unsweet. Видите, беру. Как можно... меньше, чтобы было всяких. Silk. А вот это что такое? Almond Silk. Dark Chocolate. С добавками уже. А, вот это протеин. Вон Almond. Протеин. Можно попробовать, но омега-3 даже. Органик. Ой, что-то я не верю в это. Что молоко уже добавляет. Что попало? Сама добавлю. Так, что мне надо? Сыр. Сыр, естественно, мне нравится мой йогурт. Где он? Опять перепутали. Вот я не вижу, может и нет уже его. Манго-йогурт. А, вот. Я заметила, Дэниел иногда ест вечером йогурт. Так, побежала я. Сыр. Сыр уже готовый, конечно, который посыпали только. Моцарелла. Моцарелла. Крупный, мелкий. Для готовки. Не в салат же. Ну вот все, по-быстрому. Господи. Хоть бы не забыла самое главное. Что-нибудь. $40.
отдала. Мясо у меня уже разморожено. Пюре картофельное есть. Хотела вам показать журавля. Гуляет по этой. Где он? Только что проходил. Вон. Видите? Подкармливает, наверное. Поэтому и выгуливается среди машин. Ведь задавит. Отдает. Не торопясь. Еду. Walking, don't afraid. Can be hit. Дяденька смеется, говорит. Сфоткала я, говорю, да. Герем, герем. Все, стояночка у меня рядом. Девчонки, делаю по-быстрому полный обзор. Некогда делать. Вот тушу грибы. Без всякого масла, без всего. Обжариваю лук. Сейчас добавлю фарш. И здесь уже пюре на дно. Вот такой алюминиевой кастрюльки. Начинаю делать уже слои. Все кипит, все бурлит. Стараюсь для Дэниела. Что ему вот эта запеканка, в принципе, нравится. Вот сейчас вся жидкость, чтобы выпарилась. Грибы уже, пожалуй, готовы, уже отсушенные. Это чтобы был вкус грибов. Сейчас чуть-чуть их обжарю совершенно. Надо следить. На улице пасмурно, дождь собирается. Вот сейчас на первый слой пюре я посыплю моцарелла. Это для связки, для вкуса. Я даже не заглядываю уже состав. Сама делаю, как говорится. Слой на слой. Я вас ничем не собираюсь удивить. Это просто вот по-быстрому утром готовлю. На скорую руку такой паштет. Вот слой фарша обжаренного сейчас я утрамбовываю, чтобы, знаете, был не рыхлый, а вот именно как паштетом. Плотненько, плотненько. Фарш хороший, с луком, с перцем. А теперь грибочки. Вот видите, из двух упаковок грибов получился совсем очень маленький слой, когда они влагу всю отдали. Картошки у меня очень будет маленький слой. И внизу, и вверху, потому что не хочется есть картошку, именно хочется вкус мяса и грибов. Картошка так для состава. Видите, уже у меня нагрелась печка. Сейчас нанесу пюре и сыр. Все, посыпала уже, видите, сыром. И пюре очень тонкий слой, но ничего страшного. Картошка не особо. Сейчас закину здесь. Я думаю, так как блюдо уже практически готово, все в нем готовое, поэтому долго готовить его не надо. Главное, чтобы все вместе это в одну массу превратилось. И потом охладить чуть-чуть, и можно уже кушать. Все, сейчас начну убирать кухню. Да-да, цветочки еще забыла опять показать. Закрываем от солнца, конечно, мы жалюзи. Может, еще успею покупаться. Уже 11 часов. Боже, время как летит. Дэниел пришел. Where? Говорит, вкусно пахнет. Бойфренд. Oh, yummy. Cheese on top. Almost ready? Almost, because all ready stuff. I have the boiling. Well, don't rush it. Take your time. Yeah. We can, you'll have your light. We can go swim.
Friday. Friday between 12 and 5, he'll be out here to put your light in. He'll be out here to put a new remote control in and give us a price on a step. Цветной у нас будет дискотека в бассейне ночью. Завтра, в пятницу сделают. Помыла посуду. Дэниел, говорю, держи камеру. I'm hungry. Голодный, говорит. Достаем! Нями-нями. Я надеюсь, все слиплось. Sleepless. Were you tired? No. Why do you say sleepless? I say sleepless means get all together. Maybe night because too hot still. Maybe you put in plates so I can eat. Baby, I'm looking at something to cut. Don't burn yourself. I give you the middle, okay? No? What's this? Probably even the... I'm gonna be the... Lubov, just take it out. Why are you trying to be so nice about it? Not nice, but how I take it out? It's gonna be the mashed potato. Yeah? Because cannot still cut. It's... Then use a spoon. To scoop it out. You're trying to make it look pretty. Of course. Для чего тогда я вместе их лепила? I hope tastes good, baby. Yeah, I hope tastes good too. But all it usually right, does. Try. Okay. А это кто тут что ждет? Spoon. Fork. Видите, что сидит, ждет. Подождать, конечно. Нет, of course, little bit wait. Make all together. Я со своими очками тут везде. Tell your boyfriend start giving you all these flowers. Бойфренд? Скажи, говорит, бойфренду, чтобы не приносил цветы. My glasses on so I can see it. I don't think so, you can see. What you see? Other than your bifocals, we're pretty much close. Yeah? Mm-hmm. Your bifocals are really weak. The bottom weak? Yeah, the close? You're progressing. They make them... Compared to mine, yours are weak. Well, they make better more this time. I even think I driving look like flooding. Well, that's because you got to get used to it. Sochi. She's like, where's my plate? That's my chest. It smells good. Yeah? Flowers or food? Yeah, they come out later. And they always do. Ждет, чтоб не горячая. Да не говори, Сочи. Ждем, когда он уже... Come on, Daniel. What? Eat. You say you're hungry. Мы не можем ждать уже. Изображают моих подопечных. Not so many the mashed potato. I think we don't need so much mashed potato, yeah? Гипнотизируют меня. No. Very good. Very good? Yeah. I just did that slowly so you could put like 10 commercials in there. Медленно делаю, чтобы ты могла commercial вставить. Very good. Рекламу. Why aren't you eating? I gonna. Ты где ешь? Okay? Mm-hmm. You feel it, the mashed potato? Meaning, it tastes fine. You should make it more often, but don't embellish it.
You don't need to put other crap in it. Не добавляй ничего лишнего. You don't need onion, you don't need garlic, you don't need that shit, just the way you made it now. Ой, half onion на грибы. Немного, говорит, чтобы было. You can taste the onion, but it isn't overpowering. Like anything you put garlic in, it's always overpowering. Да, вот если я положила немного, ему нравится лука. Чеснока я не ложила. Пойду кушать. Ну и чё? Чего там у тебя попало? Купался, говорит, утром. Listen to the birds. Птицы, говорит, кричали. No. Noisy little rats. The guy will be out Friday to fix your light. Пятницу, говорит. Будут делать. Disco light. Well, multicolor. And give us a price on the spip. That should be pretty much everything. Следующее, что мы хотим, это поручни. Не были сделаны с самого начала, а теперь чувствуем, что нужны. Коленки-то болят. Mashed potatoes are what are hot. Hot? Yeah. If you just have the meat and the mushrooms and stuff, it's not that hot, but if you get a mouthful of mashed potatoes, it's hot. But I think it's good, not so many mashed potato. Whatever you, it's fine the way it is right now. Yeah. What do you want? Птицы кричат, слышно здесь. Сейчас будут у нас перекуры, потом опять на работу. You see поедем. President Trump coming to town? Where? Orlando. В Орландо? Yeah. Главная новость у Дэниела. Трамп приехал в Орландо. Алло. 16 июня приедет. Amway Arena. And who? Amway Arena. Ага. It's already sold out. Большой зал там. Sold out in 19 minutes. 20,000 tickets. 20 тысяч билетов уже проданы. 74,000 people ordered tickets on 15,000 guys. Why? Huh? Because they sold out so quick. First come, first serve. Короче, моментально разобрали билеты на встречу с Трампом. Tickets for me. Hmm? I would order tickets for us. Why you do order? I didn't know he was going to be here that soon. I didn't think he was going to be here to September. They all the time send them messages. And you know what all the messages are? What? Give money. Donate to us. You donate once and they always come back. Я говорю, все время шлют такие сообщения по телефону. I'll wait for his presidential campaign, then I'll donate again. Только говорит. Донаты просят. Старуха, пердуха.